Золотая картошка в городе Мерефа. Райдерш администрация, образование молоди и спорту закупила через систему Прозора картошечку, но не обычную, а золотую. Это же чудовищное совпадение, неужели не ясно? В общем, по 18 гривен зашло много тонн картошки в Мерефянскую РДА. А по системе Прозора, даже не опираясь на оптовые цены рынка, в самом Прозора мы видим закупки 10-12 гривен за килограмм точно такой же картошки с точно такими же требованиями под точно таким же параметром. Я так и знала. Подписывайся на канал, ставь лайки и заходи в комментарии. Не забудь написать, что ты думаешь о наших руководителях.